Вот 346-й полк выводит в Россию. Угу. Когда Спакина был в этом кризисе, их же на 2 недели раньше нас увезли. Угу. Посмотрим, что с нами будет. Не знаю, Наташ. Нас нет уже ничего. Нас, ничем не снабжают. Одежду нам нахуй. Сейчас они съезжают, как бы форму нам отдают, кто у кого есть более-менее хороший. А то завалили пулемет, цинки, с лентами. То не давали, то, блядь, аж 7 крабов лежит на позиции, Мы вчера устроили мастер-класс, по стрельбе, метанию гранат, из подствольника. Ну, фронт двигается потихоньку. Медленно, угу. Не спеша. Ну, вагнеровцы, да, в основном прут? Да, да. Ну, а вы не ходите, вы только переходите, да? Ну, мы пока стоим на месте. Там... Спасибо, командир. Я не пойму, а кто у вас командир вот сейчас непосредственный? Вот тут твой командир. Летёв какой-нибудь? У нас нет командира, представляешь? Мы нахуй всех посылаем. Кто к нам приходит из командиров, из мобиков, вот приезжает мало, мы их нахуй. Вот. Кто такой? Хочу хожу, хочу без автомата, хочу без.